Ну что, ребята, марафон по видосам на YouTube продолжается. Конечно же, это новый мышечно-дикая драконский видос. С вами Дмитрий Чаплинский, я приветствую вас на своем канале. И сегодня мы будем с вами учить Андрюху делать ланч-гейнер. Конечно, об этом немножечко позже. А вы, конечно же, присаживайтесь поудобнее, запасайтесь чаечком, вот так вот. А мы полетели. Короче, ребятушечки, я знаю, что на просторах Ютуба есть масса просто видосов, посвященных ланч-гейнеру. И, конечно же, мой канал не исключение. На моем канале есть около 5 видосов, где я кого-то учил ланч-гейнер. Конечно же, если вы хотите увидеть все те видосы, ссылочка в описании, переходите, смотрите. Этот видос, конечно же, будет таким же. Сегодня я буду учить Андрюху делать ланч-гейнер. Андрюха. Будем учиться. Будем учиться? Хочешь пропиарить свой инстаграм? У тебя есть 10 секунд для инстаграмчика, давай. Подписывайтесь на мой, короче, инст, потому что там самый сочный контент. Вот так вот. Андрюха никогда не делал ланч-гейнер вообще. Он не турникмен, он по факту брейкдансер. Бибой, кто ты? Бибой. Бибойсер. Бибойсер. Андрюха бибой, и я вам скажу так, ребят. Это будет тяжело научить его ланч-гейнер, потому что у него нет вообще никакого понятия, как сделать оборот назад. Если в других всех случаях я учил рокаутеров, которые уже имели какую-то базовую физическую подготовку, которые уже понимали задачу ланч-гейнера, так для Андрюхи эта новость была просто в новинку. Я ему просто вчера позвонил и сказал: Андрюха, ты готов? Андрюха, к чему? Говорю, к ланч-гейнеру. Поэтому вот так вот. По факту я уже даже не знаю, кого учить ланч-гейнер, потому что вы всегда в комментариях пишите под каждым видосом, как сделать ланч-гейнер. Я боюсь его сделать. И я вам скажу так, ребят, если бы у меня была возможность взять какую-то собаку и научить собаку сделать ланч-гейнер, я бы, конечно же, с удовольствием это бы сделал. Я объясняю одно и то же по факту 100 раз. Будем учить ланч-гейнер. Ланч-гейнер. Поэтому не знаю, новой информации по поводу ланч-гейнера вы здесь не узнаете. Вы просто увидите масса, куча, вообще просто много попыток от Андрюши. И я думаю, что, конечно, на это уйдет там максимум там 15-20 попыток. Если есть страх, Андрюх? Ну такое не очень. Ну что ты ожидаешь? Насколько быстро ты сделаешь ланч-гейнер? Ланч-гейнер свой. За минут, короче, 10 точно. За 10 минут сделаешь? Да. А то есть вообще с первого раза, если лицом так. Ну скажи честно, у тебя есть страх? Немножечко, потому что это новый элемент, а все, что новое, оно немножко очковато. Но доверяешь дикому дракону? Конечно, ты что? Отлично. Самое главное — доверие. И наконец-то, ребят, за долгое время у меня есть офигенная крутая новость по поводу ютубчика. Еще по факту день назад я закинул видос, где я снял контент, где я снял элементы, которые я делал по факту раньше, потом у меня была пауза на 4 месяца, и я вернулся на турник. Об этом был видос, и он и шел по факту 15 минут. Я не делал большой акцент на этот видос, я думаю, ну скину, типа, блин, люди ждут в любом случае. И тут за сутки видос набирает 1000 просмотров. На моем канале это впервые вообще, за, по факту за 2 года это впервые вот такой актив на видосе. И я надеюсь, что на следующих видосах будет не меньше актив. И вы будете проявлять только позитивные эмоции, проявлять только позитивные комментарии под моими видосами, конечно же. Я на это сильно надеюсь. И, конечно, спасибо каждому, кто оставляет комментарий. Спасибо каждому, кто оставляет палец вверх и досматривает видео до конца. Ну что, не вижу смысла дальше что-то рассказывать, потому что и так видосик уже немножечко затянулся этими рассказами. Первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, банально то, с чего начинается каждый видос про ланч-гейнер, продемонстрировать, что такое ланч-гейнер. Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. Давай. Ты готовый? Конечно. Пам-пам-пра-па-па. Ушел. Эй, та-та-та-та. Надо еще раз. Давай еще раз. Нормально. Нормально. Переспроси свой вопрос, который только что был. Что нужно делать вообще? Первые упражнения давай показывай. Первое подводящее. Конечно. Красава. Видно, что человек разбирается точно не в воркауте. Первое, что нужно будет сделать, это использовать лямки. Я реально говорю это в каждом видосе, когда я кого-то учу ланч-гейнер. И у меня такое ощущение, что у меня просто уже реально в голове шаблон, по которому я иду, и я это все объясняю. Погнали. Короче, первое. Лямки.
Моя задача очень простая. Вот так красиво берешь лямки по красоте, вот так просто. Раз, два. И смотри, просто держишь лямки и делаешь вот так. Все. Так это изи. Давай, первое подводящее упражнение. Мне нужно посмотреть, с чем я буду иметь дело. Давай, пошел. Оп. Ого, чуть не перекрутил. Так, следующий этап, смотри. То же самое, только лямки отсовываем в сторону. Просто из... То же самое, просунь, да, просто просовывай ноги, все. Так, во-первых, локти выровняй, когда ты запрыгиваешь на турник. Во-вторых, хват возьми немножечко уже, прям средний хват. Давай. Средний хват. Да, да, да. Руки ровные, просовывай ноги. Хорош. Отлично. Знаешь, для чего мы это сделали? Чтобы предчувствовать, короче, элемент на практике. Смотри, первое. Чтобы понять, нормально ли у тебя проходят ноги через турник. И второе, конечно же, чтобы ты уже более-менее понимал, что это вращение назад, чтобы ты подготавливал свои мозги по факту. Вообще, ну так, чувствуешь уже оборот назад нормально? Конечно, да. Отлично, смотри. Значит, теперь вкратце тебе объясню саму специфику ладж-гейнера. А специфика ладж-гейнера очень простая. Стань туда, по красоте. Тебе нужно сейчас взять лямки в руки. Вот так вот. Отойди немножко дальше. Делаешь просто раскат. Вот, вот так вот, по красоте. Раскат. И когда идешь вперед, понеси ноги вот так. Все. Больше ничего не делай. Вообще. То есть, по факту раскатался. Когда идешь вперед, подгибаешь ноги на себя, ты должен, смотри, обязательно сделать ноги в такой позиции, вот, чтобы они были вот так, понял? Да. То есть вот ты раскатался, и вот ноги поднес и держишь, все, сильно на себя не заваливай, не нужно их ложить на грудь, понял? Их нужно остановить по факту вот 90 градусов, вот здесь и вот здесь, вот так, 90 градусов, понял? Давай. Слямок. Слямок. Просто раскат и подносишь ноги, давай. Вот, не открывай жопу. Согни ноги на себя, смотри, твоя задача сейчас согнуть ноги и держать их. Ага. То есть ты сейчас согнул, открыл, согни и держи просто сейчас, давай. Конечно, ребят, немножечко прохладно, поэтому давайте лайк за то, что Андрюха старается. Так, и ноги на себя. О, только жопу не выравнивай, смотри. Проблема в том, что ты по факту выравниваешь жопу. Ты делаешь раскат, а потом ты делаешь вот так. Ага. То есть ты жопу вставляешь вперед. Не надо. Не надо. Ты просто возьми раскат. Вот, смотри. Ноги на себя и держи. Все. То есть поднял, подержи, опустил. Понял? Хорошо. И ноги на себя. Во! Во-во-во-во, хорош. Да, 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 да. Это оно. Все. Сразу тебе хочу объяснить. На лямках это одно ощущение. Да. Без лямок ты вообще будешь ощущать все по-другому. Прям максимально. Вот, сейчас ты будешь делать то же самое, только уже без лямок. То есть раскат, ноги поднес. Вот. Но есть такая традиция, что ты должен сделать перед этим 5 приседаний. Это тебе поможет в ладж-гейнере, но это не точно. В смысле? Реально? Да нет. Так еще хуже же будет, наоборот. Давай, вперед, я пошутил, пошел на турник. Давай, раскат взял по красоте, оп. Давай, хорошо раскат возьми. Вот. И поднось. Вот, хорош. Еще. Все, красава, красава, красава. Ну как, что самое вообще тяжелое для тебя сейчас на данном этапе? Это, короче, согнуть колени к себе, ну типа вот, ага. Вот этот градус, короче, и удержать их там, потому что пресс после вчера болит. И... Ага. Сейчас наступает важный этап. Прям максимально важный этап. Тебе нужно будет раскататься. Ты делаешь раскат такой легенький, не сильный, лайтовый раскатик, просто такой на пол шишечки, понял? И дальше подносишь ноги и прям не просто поднес ноги и держишь, просовываешь через турник. Ага. То есть вот, смотри, ты делаешь раскат, вот, поднимаешь ноги, отпускаешь лямки. Это прям реально легко, прям максимально. Ага. Оно со стороны, возможно, кажется как-то заморочливо, но ты по факту делаешь раскат. Угу. Просто ноги тянешь, и ты их не останавливаешь, а просовываешь через турник. Ты видишь турник, как только ноги проходят, ты просто отпускаешь, ну смотришь вниз, отпускаешь руки. Еще раз показать? Да. Давай. Давай. Смотри. Давай. По красоте. Делаешь раскат, вот легкий.
Поднимаешь, оп, оп, все. То есть я по факту просовываю ноги через турник, и я вижу, что ноги уже прошли этап турника, и отпускаю руку. Угу. Понял? Да. Давай. Фух. Погнали. Погнали. Ты готова? Да. Погнали. Давай, о, нормально, нормально. Только смотри, теперь важная задача. Нарисуй себе линию по факту. Можно рисовать, можешь себе визуально представить, что здесь есть линия. Вот. Твоя задача стать или на линию, или вперед, но не назад. Обязательно. А чтобы этот процесс весь контролировать, тебе нужно отпускать руки пораньше. Показывай. Смотри, вот линия. Обычно як все делают. Делают вот так. Раскат взял. Подносит ноги, отпускает руки. Все, и стоит вот сюда. А тебе нужно раньше отпустить руки. То есть вот, ты делаешь раскат лайтовый. Оп, оп. По факту это уже ланчгейнер. Только облегченная версия из-за того, что ты держишь, во-первых, на лямках. То есть у тебя расстояние между ног и турниками еще увеличивается. Вот. И плюс... Тебе нужно просто брать группу. То есть ты просовываешь ноги спокойно, раз, руку и отпускаешь, и группа пошла. Все. Давай так, чтобы я тобой гордился, Андрюша. О, бля! О, все. Уже все. Что ты сделал уже? Глаз. Пальцем в глаз? О, бля! Ну нахер. Лучший. Я тобой горжусь, Андрюха. Уже можешь ничего не делать даже. Безопасность, вот так вот. Уличная безопасность. Уличные условия, вот так вот, по красоте. Давай. Вот. И... Отпускай! Ну, уже лучше, но ты можешь раньше. Отпусти раньше, не бойся, понял? Да. Ты идешь вообще отлично. У тебя по технике реально четко все, красиво. Просто перебери свой страх. Хочешь, я стану рядом и тебя подстрахую, если ты прям уже сильно-сильно боишься. Да ладно, я... Просто это еще легкий этап. Когда мы перейдем уже без лямок, тогда уже, да, я тебя самого не отпущу. А сейчас я уверен, что ты сделаешь. Давай, я уверен в твоих силах, поэтому давай. Так, и отпускай. Хорош, сейчас ты прям пришел на линию, мужик. Да, прям на линию. Прям сейчас было отлично, но надо еще раньше. Немножечко раньше. Как только ты видишь, что ноги поднимаются, отпускай руки. Отпускай, момент, не бойся. Вот ноги здесь. Да, 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 да. Понял? Не бойся, да. Давай. Настройся, пошел. Так, и пошел. Отлично! Отлично! Только ты сейчас прям пошел в хорошую высоту. Ты забыл, что я говорил, что лайт раскат. Лайт раскат, не спеши. Потому что ты сейчас уже вылетаешь прям наверх. Ты сейчас можешь сесть обратно на турник. А нам этого не надо. Короче, по факту я вижу, что Андрюшка немножечко боится. Поэтому я стану рядом. И в момент, когда надо будет отпустить руки, я его прям дерну, чтобы он почувствовал, что нужно их отпустить. Погнали. Два. Отпускай! Отпускай. О, хорош! Хорош! Сейчас было отлично. Сейчас было пока... Было хорошо. Давай, первый руку. Два. Отпускай. О! Лялька. Просто лялечка. Хорош. Красавчик. Не, ну, ребят, лайк безусловно. Не сильно страшно? Нет. Ну, поначалу немножко есть порог страха, но потом это все исчезает. Какой ты можешь дать совет вот ребятам, которые только начинают делать ланчгейнер? Вот сейчас, по факту, ты уже прошел полпути, мужик. Это реально полпути. Тебе осталось убрать к ебеням эти лямки, перебросить свой страх в голове, и ты втащишь ланчгейнер. Совет, короче, ну, просто пробуй по чуть-чуть, и все получится. Просто делай. Красава. Все, отлично, все вкратце, все хорошо. А теперь давай без меня. Давай. Так, и руки. Ой, хорош. Вот сейчас было отлично. Можешь еще раньше? Да. Давай. И отпускай. Ой, хорош. Только две руки одновременно. Ты сейчас одну руку отпустил быстрее, чем другую. Да, две одновременно. И давай еще чуть-чуть пораньше, пожалуйста. Немножечко раньше. Я тебе серьезно говорю, ты должен отлетать примерно вот сюда. Сюда? Для твоей же безопасности, чтобы ты был дальше от трубы. Понял? Да. Давай. В целом, я могу даже этот видос назвать «Все о ланчгейнере», потому что реально больше информации о ланчгейнере никто вам не даст. Все самое ключевое, самое базовое вы узнаете в этом видео. Вы увидели по факту на свои глаза,
все этапы и как это все происходит. Конечно же, еще рановато говорить о том, что Андрюха уже сделал эдж-гейнер, но реально я вижу, что если он не будет бояться, он ее спокойно сегодня втащит. Ну, как бы, на изи. Я в тебя верю, в тебя верит еще по факту 4000 подписчиков, поэтому давай. 4 миллиона. Нет, у меня пока 4000. Давай. Так. Так. Ноги подносишь. Так. И подносишь. Отпускай. Стой, что это было? Ты уже забыл технику? Да. Ты начинаешь вести ноги, а потом резко начинаешь передумывать и их открывать обратно. Да. Забыл уже немножко? Давай, наверное, я встану, еще тебя несколько раз подстрахую. Да не, я сам сейчас. Не-не-не-не-не-не, сам ты не будешь, подожди. Самое главное, ребят, и это, конечно, для всех говорю, безопасность и здоровье в первую очередь. Это все круто, что он в себя верит, но лучше все-таки стать, перестраховаться. И его перестраховать, нежели пересрать потом. Фразочки Дмитрия Чаплинского «Дикого дракона». Давай. Два. Отпускай раньше чуть-чуть. Ага. Раньше, не бойся. Два. О, хорош! Хорош! Красава! Вот это было красиво. Это просто в воздухе еще подкрутил, ага. И поэтому ты чуть перекрутил. Ага. Если ты делал бы сам, ты бы сделал бы. Попробуй сейчас сделать так же сам. Раз. Два. Три. Отпускай. О, да! Есть же! Хорош! Просто. Просто не чипа. Просто чисто. Просто на изи. Ну, как бы, дикий дракон, что ты поделаешь. Сделай 1000 раз и получится. Молодец. Только так. Красава. Только так и побеждают. Давай, великие цитаты от Андрюши. Пошел. И отпускай. О-хо-хо! Есть, чувак. Ваш гейнер. Как тебе такое, Илон Маск? Я сам не верю, короче. Ну, ощущения твои как? Супер. Супер? Да. Сейчас он делает без лямок, просто делает раскачку. Я его страхую, и он делает со страховкой. Следующий этап, если я буду смотреть, что он делает все четко, техника, все отлично, он делает уже без меня. Два. Ребят, это не постанова. Я серьезно говорю. Это реально вот прям. Вот так это все вживую происходит. Это не наиграно, нифига. Человек реально не понимал, что такое ледж-гейнер. Человек по факту не относился к воркауту вообще. Он делал только базу, подтягивания, отжимания на брусьях. И все. А тут пацанюров тащил динамический элемент. Пускай он не такой тяжелый, но он его втащил за одну тренировку. Ты настроен? Ты готов? Да, конечно. Что должны сделать вообще за то, что ты сделаешь ледж-гейнер? Что мои подписчики должны сделать? Подписаться на мой инстаграм, короче, потому что там будет продолжение всяких элементов, только уже по брейкдансу. Ага, дальше? Ну и все. В смысле все? И а канал? И подписаться на этот канал. И нажать в колокольчики, короче. В колокольцы? Да. Погнали, в колокольцы нажали и полетели. Короче, настанова тебе дикого дракона, я в тебе верю. В любом случае, ты уже, чувак, ты сделал 99,9% того, что нужно сделать. Теперь тебе нужно будет повторить все то же самое, только я не буду стоять рядом. Все, я тебе верю, давай. Кулачок, разъеби этот ледж-гейнер. Пошел. И раз, два, три. Бам! И что ты хочешь сказать? А? Ты готова, малыха? Ты готова до питпалу? Раз, хорош. Два. И... Бам! Бам! Ты шо? Ты застал руки отпустить? Да. Братан, это было пиздец. Это был пиздец. Ты вырежешь. Вырежешь? Да. Мужик, давай отдохни. Ты нормально себя чувствуешь? Да. Ничего не болит? Да не нормально. Уверен? Ничего, не дай на щимы, все хорошо? Сломался на две части, например. Да ну, чувак, сделал ледж-гейнер, поломался на две части. Да. Это реально было циковато, конечно. Я охренел, я не ожидал, что такое произойдет. Я смотрю, он держит ноги, потом пошел, дал, ушел.
Не, это встал, типа, что может быть? Не, это лучше не вставлять, потому что все заочкуют и не... Нет, я думаю, это надо вставить все равно, ребята, чтобы вы увидели, что реально может быть исход вообще разный. Он делал по факту стабильно только что до этого. И вот момент, такой важный момент, по факту он уже сделал очгейнер. Но важный момент он немножечко передумал. И это яркий показатель того, что не нужно передумывать. И у меня были такие моменты только не с ладж-гейнером, а с другими сальтушками. Я делал заднее сальто с места, и я в воздухе передумывал. У меня такое было, и это нормальный процесс. Просто нужно закалять в себе такой характер и такую черту характера, что нужно идти до конца. Если ты уже начал, уже лучше упасть уверенно, нежели в воздухе передумать и упасть неуверенно. Вот так вот. Сейчас в любом случае он будет делать со мной, потому что я его одного не пущу. Потому что это все, это нужно человеку обратно вернуть, по факту, веру в ладж-гейнер. Два, хорош. И три. О, отлично. Красава. Раз. Два. Три. Оп, оп. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если мы знаем, что это такое, мы не знаем, что это такое, блядь. Ну что, вы готовы топить Павлу? Раз. Два. Три. Пам! Да есть же! Есть! Ладж-гейнер за одну тренировку. Фу. Хорош, прошел все. Падение да. Прошел, все прошел. На! Туда его. Я тебя поздравляю в рядах динамщиков. Как это странно не звучит, но, чувак, ты уже с сегодняшнего дня динамик. Представляешь? Ты уже воркаутер, мужик. Он, по факту, сегодня уже прошел нормальный путь воркаутера. От всего. От легкого начала. Реально начало было легкое, правда? Вот да. Ты по факту начал и изи пошло. Ну, реально пошло изи. Он даже сделал первый ладж-гейнер без падения по факту, ребят. Конечно же, следующий ладж-гейнер, он уже забоялся. И это понятно, это логично. Ну, как бы без этого никуда. Я знал, что возможно будет где-то падение, и он передумает. Я просто думал оттянуть этот момент дальше. Я думал, он там уже когда-то без меня попробует и не дай бог упадет. В таком плане. Конечно, лучше без падения, но я знал, что это произойдет. Рано или поздно он забоится и он передумает. Конечно же, ребят, надеюсь на ваш актив. Ссылочка на мой инстаграм в описании, кому интересно. Я там выставляю всякие сторис, всякие офигенные посты. Я надеюсь, они офигенные, конечно же, но судя по вашим отзывам, видосы вам нравятся в инстаграме. Ссылочка на мой инстаграм в описании. Ссылочка на Андрюшин инстаграм тоже в описании. Поддержите этот видос лайком. Напишите в комментариях свои отзывы. Давайте творить историю вместе со мной. Всем спасибо за просмотр. С вами был Дикий Дракон Дмитрий Чаплинский. С вами был Андрюша, бейбойщик. Всем спасибо и всем пока.